Так. Значит, это короткое, может быть, 5-минутное будет видео. Тестирование записи в OBS Studio FOV Pro 2 при частоте 60 кадров. Значит, у меня стоит вертикальная синхронизация на 73 кадра. И... Тем более мне надо проверить, как меня слышно при записи в... Запись микрофона моего. Поскольку я планирую, может быть, снимать с включением микрофона моего. Все раньше записи у меня имелись только без микрофона. Так. Мне кажется, что должно работать все отлично. Правда, у меня, конечно, из-за такой записи очень сильно проседает. Но это, я думаю... Но оно держится как бы в пределах 60, так что я думаю, что на видео этого как-то особо... Особо мозолить глаза не будет. Тем более устройство воспроизведения включено, то есть вообще... Конечно, фоновые звуки, которые у меня идут в микрофон, они слышны в этой игре, но... Потому что у меня включен еще как бы внутренний звук, то я думаю, что, скорее всего, эти шумы слышны не будут. Только мой голос, потому что он как бы синхронизируется с одним и тем же. Кого-то там уже уронили. Сейчас мы должны доставить колу этому мужику. Приготовимся к бою с ордой. Они приближаются. А вот и кола. Пора возвращаться. Все, у меня начинаются просадки. Я думаю, что на этом лучше завершить пока что запись. Граната! Я взяла колу для Вайтекина. Бежим! Осторожно! Да, просадки начинаются. Поэтому лучше не надо выкручивать все на максимум. Ладно.